Ребят, будьте аккуратнее, не гоняйте. Вот вам урок. Не гоняйте, пожалуйста. Кадры серьезной аварии моментально разлетелись в социальных сетях. ДТП произошло на Казанском проспекте. Столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Хундай Элантра» и грузовик. Водитель автомобиля «Лада Гранта» 1979 года рождения, двигаясь по проспекту Казанский, по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу автомобилю, который двигался попутно без изменения направления движения, и совершил столкновение с автомобилем «Хундай». После столкновения автомобиль «Лада Гранта» отбрасывает на полосу, предназначенную для встречного движения, где он также совершает столкновение с грузовым автомобилем «Джак». На место происшествия оперативно приехали пожарные, медики и полиция. Из-за сильнейшего удара, который пришелся со стороны водителя такси, спасателям пришлось вытаскивать пострадавшего из машины. Его и пассажирку доставили в БСМП. Остальные участники аварии отделались испугом. Пострадавшие поступили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Первому пациенту была оказана медицинская помощь, госпитализации он не нуждался. Состояние второго врачами оценивается как средней степени тяжести. В данный момент получает лечение в травматологическом отделении больницы. Виновность участников дорожного движения установят в ходе административного расследования. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.